Детский приемный покой празднуют новоселье. В медико-санитарную часть заехали вчера, 9 апреля. Сегодня принимают первых пациентов. С сегодняшнего дня, с 10-го, значит, мы открылись. Прием ведем детей пока в детское отделение и лор отделение. На сегодняшний день, значит, у нас поступило 4 человека. Ну, как сами видите, вход у нас с торца, не с главного. Перевезли в новые палаты и тех пациентов, которые еще недавно проходили лечение в старых стенах. Ребята делятся впечатлениями. Палаты большие, комфортные, но пока все непривычно. Ну там привычней. А здесь что? Тут много всего. Все новое? Скучно? Мне нет. Уже оценила новые стены и Галина с маленькой Варварой. У мамы с малышкой отдельная палата. Здесь им будет намного комфортнее, чем в соседнем здании детской больницы, уверена Галина. Ну, конечно, хорошая, только единственная проблема – постельные приемы новые еще. Отдельная палата, даже санузел. Детское отделение располагается на втором этаже здания. Уже обустроены две игровые комнаты. Они заполнены новой мебелью, всевозможными яркими игрушками. Средства на их оснащение были выделены группой «Илим» через благотворительный фонд «Илимгарант». В фойе также расположены несколько игровых модулей. Но работ по переезду еще предстоит немало. Можно сказать, сделана только самая малая часть от запланированного. Сложность переезда заключается в том, что у нас еще вспомогательные службы не все как бы заработали в полную силу, лаборатория, физиопроцедуры. Но мы надеемся, что примерно в течение недели это все дело устроится, чтобы как бы пациенты не страдали от обследования. Любовь Юрьевна предполагает, что на стабилизацию работы всех отделений работникам городской больницы необходим еще месяц. Между тем, уже на этой неделе завершится переезд всех клинических отделений. На очереди неврология, хирургия, терапия и реанимация.